Нет, и сына очень часто старший спорит, иногда сложно разрешить эти споры. Встать на сторону одного не могу, обидеться второй. Как поступить в этой ситуации? Просто очень важно сказать, что когда ты споришь, это здорово, что у тебя есть такая убежденность, и ты способен доносить. Но здесь очень важно, что у тебя есть какая-то истина, а теперь надо до второго донести так, чтобы он тоже понял. Вот давай с тобой, это когда у нас хорошие отношения, где-то с ним отдельно, я говорю, слушай, это здорово, что ты умеешь, у тебя огненный темперамент, и ты можешь вот это доносить. А давай с тобой поучимся, а как еще можно? Как ты думаешь? И то есть, вот, например, вот так не получается. А потому что человек обижается, мы его просто, ну, как бы... Тебе бы было бы приятно, если бы кто-то сильнее тебя просто тебя атаковал. Даже если бы ты сдался, ты бы не принял это. Тебе что важно? Просто его подавить или... Ну, то есть, вывести на уровень осознания, что происходит. Ну, наверное, не в тот момент, да? Не в тот момент, когда они там друг друга табуретками кидают, да? Нет, нет. Не в то... Вообще все воспитание происходит, когда все хорошо. Потому что в момент эмоциональный нужно как-то переключать вот эти энергии. Потому что в момент эмоциональный уже поздно. Да, да, да. Пожинайте плоды. Когда, когда, совершенно верно. А когда вот хороший момент, когда ребенок готов слушать, вот тогда. Назидание не помогает вообще. Я вот не помню ни одной назидательной лекции, которая бы мне меня такая, так вот, оказывается, как. Вот на меня, значит, на меня наезжают, а я прям вот осознаю, такого не получается. То есть нужно момент такого очень найти, тонкий момент,